Ребята, всем привет! Всем привет, мои друзья! С вами Ильичев Антон, и вы на канале «Твоя душа». Как вы уже заметили, опять я на своем месте, опять я сюда приехал. Приехал я сюда где-то в обед, где-то часов 12 я сюда уже приехал. Все время рано приезжал, там, на первой электричке, часов 5 утра выезжал. Сегодня так получилось, то, что надо было мне на халтуру сходить, поработать. В 9 часов у меня была работа, я часочек поработал. И сразу у меня последняя электричка была, потом окно. Я сразу, рюкзак у меня все собран, велик я даже поставил в подъезде, где консьержка сидит. Попросил, говорю, я поставлю, я сразу забежал и поехал на электричку. Вот, ладно, о планах потом. Сейчас, дорогие друзья, сюрприз будет. Очень классный, наверное, очень классный. Ну, по крайней мере, мне нравится. Друзья, будет загадка. Кто ее отгадает первым, тому будет приз. Приз будет хороший, интересный. Вот, все я сам организую вам доставку. Там по Почте России или по СДЭКу. Почта России на самом деле вообще пользоваться нельзя, полный отстой. Все время СДЭКом пользуюсь. Вот, послушайте, значит. Послушайте, пожалуйста, вот эту мелодию и отгадайте, из какого она фильма. Ну вот, дорогие друзья, послушали, да? Отгадайте, из какого фильма. Кто первый, ну, в комментарии ответит, тому приз. Приз-сюрприз. Не буду пока говорить, какой. Это уже, кто найдется победитель. И я уже отдельно сниму внеплановое видео. Прям все как пакую, наверное, как на почту отношу. Все, будет сюрприз. Интересно. Вот, с этим разобрались. Значит, какие планы? Я все, как вы видите, кстати, я мордони... Не могу это слово выговорить, короче. Мордони... Ну, ладно. Усовершенствовал свой тент. Блин, он у меня теперь очень большой. Друзья, смотрите, я могу ходить везде. И дождь мне не страшен. Друзья, здесь, тут у меня вообще дрова. Вот стол вам, наверное, не видно. Вот стол, где я готовил. Все защищено. Дождя я теперь вообще не боюсь. Вот. Это мне Димка, как, кому я ездил в Карелию, говорил, блин, что ты этот тент мучишься, берешь палатку с тентом, покупаешь, да и все. Блин, нифига. Ну ладно, смотрите, да, пошел дождь, палатка у тебя с тентом. Ну что, залез ты в эту палатку и все. А у меня тент большой, я сделал вообще, он огромный. У меня, наверное, получился... 4,5 на 4,5, но он очень большой. То есть, когда пойдет дождь, я могу и готовить, и есть, и снимать видео. Костер, вот я тоже натянул пакетик. Да я, если что, даже могу под тентом развести костер. Могу ходить, что-то делать. То есть, это круто. А не просто залезть в палатку и капли слушать, да, как капает дождь. Не, вообще тент очень мне нравится, это классно, вообще удобно. Не очень много места занимает, я его скручиваю в палатку.
И он у меня влезает вот в этот чехол с палаткой вместе. Вот. Тент я сделал. Мне очень нравится, друзья. Вот, ну ладно, какие планы? Я уже все. Я сейчас поел даже. Я сейчас покушал. Сейчас вот чай я. Чайку я заварил, захотел с чаю. Классная у меня котелочек. У меня классный. Сам сделал из консервной банки. Во. Мне очень нравится, друзья. Очень нравится мне. Сейчас я вот чай попью. Черный чай у меня. Чай попью. И все, я поеду на кладбище. Я поеду на кладбище, на то кладбище, которое при храме. Уже я на нем убирался, вы знаете, который вот сюда, когда первый раз приехали, я на него попал, такое чистенькое. Есть там могилки заброшенные. Вот, хочу навести порядок и хочу навести те могилы, на которых, друзья, мы с вами убирались уже, да. Вот, у меня, конечно, в планах было, я хочу все дальше проехать еще на электричке, но разбить здесь лагерь, здесь, естественно, здесь, потому что мне здесь очень нравится. Вот, и дальше там есть населенный пункт, и там есть озера, Белозерск, как раз называется станция. Я посмотрел по карте, мне парень один рассказывал, там очень классно, там купаться можно, озера такие классные. Вот, ну, я сегодня не поеду, потому что у нас погода, у нас вообще вот сейчас всю неделю обещают дожди, друзья. Вот почему и как бы все, я защищен от дождя, не поеду, я поеду на это кладбище, потому что там далеко ехать, вдруг попаду под дождь, ну, сами понимаете, да. Вот, не знаю, я сейчас что-то смотрел по погоде, там вообще целую неделю дождь идет. Дима, если смотришь видео, не ругайся, что я много болтаю. Димка мне сделал замечание, сказал, ты очень много разговариваешь, Антон, давай покороче. Ну ладно, слушай. Вот. Чаинка. Вот, друзья, так что все, поеду на это кладбище. Что еще хотел сказать? А, обратился ко мне подписчик один, девушка Елена обратилась. Мы с ней будем корректировать ее питание. Правильное питание у нас будет. Вот, у нее есть там некие проблемки. Елена, привет тебе большое передаю. Вот, мы уже с ней начали потихонечку работать. Это все делается, друзья, если вот как бы... Диета, я не люблю это слово, там, садитесь на диету, это все, труба. Если начинаете правильно питаться, это надо делать постепенно, не очень резко. Потихоньку это надо делать, менять, да, потому что резко это делать нельзя, потому что там сахар может упасть, плохо стать. Потихонечку, вот мы с ней начали потихонечку корректировать ее питание. Вот, это все интересно. Вот, Елена, все, будем работать с тобой. Очень мне приятно, да, что она обратилась. Вот, ну ладненько. Ну что, друзья, вот сейчас чай допью. У меня там где-то сухарики есть такие сладенькие с изюмом. Вот, сейчас я чайку попью. Вот, ну что еще хочу сказать-то? Вот. Все хорошо. Ну вот видите, да, что-то дожди будут у нас. Ну ладненько, ничего страшного, я думаю, переживу. Вот, завтра утром я поеду уже. Мне надо завтра утром уже с утра отсюда стартануть, потому что у меня халтура. Комар меня укусил в носик, что ли? В нос. У меня халтура с утра, мне уже в 12 в обед, уже надо быть дома, да. Вот. Вот так вот. Так что не получится там на несколько ночей. На одну ночь приехал. На самом деле очень соскучился вот по этому кладбищу. Хочу посмотреть, где мы убирались. Вот. Очень хочется съездить. Ну все, друзья, я пью чай, друзья. И еду. Все. Всем желаю счастья, здоровья и хорошего настроения, друзья мои. Ромашки спрятались, поникли лютики. Когда застыла я от горьких слов, зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная.
юная, у них любовь. Сняла решительно пиджак наброшенный, казаться гордою хватило сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Ромашки сорваны, завяли лютики, вода холодная в реке рябит. Зачем вы, девочки, красивых любите? Ну вот, дорогие друзья, добрался я до кладбища, нормально я доехал. Что-то потемнело. Наверное, по-любому, да, дождь будет, это 100%. Вот. Мне бы как раз убраться бы успеть. Вот могилка, которую я сегодня буду убирать. Вот. Видно, что она заброшена. Видно, давно заброшена. Мусор там даже валяется. Вот, друзья, ладно. Мне... Буду потихонечку начинать убираться, потому что надо успеть, не хочу под дождик попасть. Вот, все, начинаю я уборочку. Друзья, мусора очень много. Хотя могилка такая, захоронение как бы не очень большое, но очень много. Тоже прям давно-давно, очень давно сюда не приходит. Заброшенная. Прям вообще. Ну ладно. Потихонечку уберемся. Друзья, смотрите, греб нашел какую-то бумажечку, типа деньги. Ну, вот эта бутафорская такая. Не знаю, откуда здесь принесло. Ну, что-то в комментариях напишет, может, кто-то чем-то там колдует, я не знаю. Ну, как будто деньга, ну, то есть не настоящая. Основной мусор уже практически я вынес. Так. Нет. Ну вот, я основное, в принципе, вынес, такое самое тяжелое. Два мешка больших получилось, тяжелых таких. Сейчас вот такой штрих, шишечки тут остались, вот эти вот растения, вот, тут деревица есть, клен растет, я его не буду выдирать, мне жалко, вот, так вот, в принципе, уже заканчиваю убираться, так хочется, чтобы было красивенько, вот, ухоженно, чистенько, чтобы могилка у нас задышала. Душа у нас
поняла, что мы ее помним, она не забыта. Вот так. Шишек много. Прям тьма шишечек. Падают с деревьев. Хожу, друзья, мусор выношу, прогуливаюсь. Хотя и спешить надо. Дождик-то начнется. Ну, хочется так прогуляться. Вранье каркает. О, да, есть оно. Ну, вот, наверное, последний у нас мешок получается. И все. И будет все чистенько у нас тут, друзья. Дождика пока нету. Что-то я это все про дождик, про это все время. Ну вот, друзья, убрались мы на этой могиле. Вот. Три мешка я тут вынес, таких тяжеленьких. Ну, давно она была заброшена, не убирались. К сожалению, друзья, она для нас неизвестна, эта могила. Останется. Никаких надписей, никаких цифрок, ничего нету. Вот тут какая-то, типа как иконка, что ли, стоит. Я ее не стал трогать. Вот, к сожалению, нету, да, неизвестная она. Вот так вот, друзья, вот сегодня убрались. Сейчас я пойду схожу еще на те могилы, где мы здесь с вами уже убирались. Ну вот, дорогие друзья, я тут сижу на той могиле, вот когда, на которой я убирался вот в прошлый раз. Вот здесь вот. Вот. Ну что, ну хорошее дело сегодня мы с вами сделали, убрались. Вспомнили одну душу, друзья, еще. Теперь она знает, что мы ее помним. Она дышит. Вот. Что хочу сказать. Друзья, давайте вот. Всем хорошего настроения желаю, да? Не ругайтесь. Не болейте. Спасибо, что смотрите канал. Мне очень приятно, друзья. Пишите комментарии, какие-то, может быть, советы или что-то, пожелания. Пишите. Пишите в Инстаграм. Вот. Все контакты вот под видео должны быть у меня. Вот. Сейчас, наверное, посижу чуть-чуть и поеду потихонечку. Друзья, поеду. Уже что-то прям темнеет и темнеет прям. Вот. Ну все, друзья. Все, друзья. Пока. 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 Пока-пока. Дрожь.
друзья, доехал до лагеря, покушал, вот пошел дождик. Ну, я успел приготовить дров, вон туда положил, у нас же тент, все, все круто, но я могу ходить, все делать, все, что хочу. Дождик нам не страшен. Вот, что это самое. Пошел, пошел дождь, все, пошел, гром гремит. Вот. Такие дела. Время у нас, сколько у нас времени сейчас? Время 7. Время 7 часов. Вот. Я еще, наверное, потусуюсь, что-нибудь там посижу. Ой, ребят, так хорошо вообще. На вас там дым, наверное, да. Дым прям на вас идет. Так хорошо посидеть, отдохнуть без людей. Да, люди это зло, друзья. Вот. Я комфортно себя один чувствую вообще, замечательно. Могу один находиться, да. Вот. Костерчик разжег. Вечером я хочу сделать яичницу. Я взял сковородку. И яйца взял. И помидорчики у меня еще есть. Вот. Завтра утром рано поеду. Надо мне домой. Все, сверну опять чик, палаточку, все, тент спрячу. Там у меня под березкой там я клал нормально, вроде никто не взял. Вот, такую записочку дома написал я. Может, люди тоже мимо ходят, там боятся сюда. Здесь очень хорошо, я сделал. Такая уже полянка здесь. Очень круто здесь. И столик, все есть, удобно. Написал. В ней написано. Ой, на вас там дым прям полностью. Дорогие люди, в этом лагере мы стоим в будние дни. Я в будни в основном приезжаю, потому что выходные народу, наверное, дофига. Ну, как бы выходные можно людей встретить по-любому. А выходные дни милости просим располагайте. Ну, чтобы нам не пересекаться, лучше позвонить. Я свой номер телефона написал. Вот. И еще написал, типа, можете внести свой вклад в уют лагеря. Будем благодарны. Пожалуйста, ничего не ломайте и выносите за собой мусор. С уважением, Ильичев Антон. Вот. То, может, ребят тоже куда там ходят. Ну, вот так вот. Тоже пусть тут отдыхают. Вот. Дождик капает, 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 капает. Кстати, что-то у нас по прогнозу я смотрел всю неделю. Дождь. Такая ерунда. Вот. И птицы там орут. Да. Ну ладненько, друзья, давайте. Не прощаемся, да, надолго. А, сюрприз, да, там отгадываем мелодию. И с меня подарочек. Подарки мы все любим, да? Любим. Вот, ну все, пока, друзья, пока.